Алексей Моралин работает в должности полицейского водителя мобильного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы управления МВД. Любимому делу он верен уже более 20 лет. Главная задача – охрана общественного порядка и безопасности на маршруте патрулирования, раскрытие преступления по горячим следам. В органы милиции я пришел в 90-м году. Сейчас, значит, получается уже 26 лет. Почему посвятил именно этой профессии, ну, сказать сложно. По молодости и фильмов насмотрелся, интересно было. А теперь уже просто тянулся, оно как работается, уже другого и не смыслишь для себя. По результатам работы Андрей Моралин был выбран для участия в конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников подразделения патрульно-постовой службы. Здесь ему предстояло справиться с теоретической частью, показать свое умение в стрельбе, выполнить физические упражнения. У нас штат 120 человек в отдельном батальоне. Вот, много достойных сотрудников, которые показывают хорошие результаты в оперативно-служебной деятельности, в различных спортивных мероприятиях. Но Алексей Вячеславович неоднократно принимал активное участие в различных соревнованиях в рамках ГУВД, также в конкурсе наставничества, а также в прошлом году в данном конкурсе, в котором он занял 3-е место. Теперь копилка Моралина пополнилась 1-м местом, а в планах продолжать работать в любимой должности и защищать покой граждан.